Так, всім привіт, з вами Едуард, і зараз я маю зустріти друга, ми потім поліземо на жорстку заброшку, яка знаходиться на лівобережці. Думаю, все буде нормально, нас не піймають. І все буде чики-пуки. І так, зараз ми з дружбаном зустрілися, знаходимося на лівобережці. Зараз прийде цей поїзд, і ви побачите, куди ми поліземо. Вообще, самый настоящий красавец. Там вроде никого нема. Я надеюсь, здесь не будет чопа и все вроде хорошо. Я тоже надеюсь. Короче, мы уже пришли на место. Сейчас мы целый час здесь думали, как туда пробраться. Думаем, сейчас перелезем через этот заборик. И заброшка наша, да, уже все, пиздато. Конечно, мы не будем снимать, как я буду с вами релазить, но все будет снимать. Не знаю, как камера. Ну, короче, пока что... Короче, мы залезли сюда, в это место, часа, не, какие 2 часа, 5 часов думали, как сюда залезть. Вот, наконец-то, мы находимся тут, в этом прекрасном месте. Все чуваки до нас присоединились, то есть мы до них, они сюда хотели залезть тоже. Что ты меня снимаешь? Через этот забор в перелізли, коротше, сюди, думали, що охорона, але це так ехо і здавалося, це ми і здавали, ці звуки. А телефон де є? Офігеть, це заброшка мечти. Подождіть, ребята, подождіть, хай він. Охуя.
Короче, мы уже вылезли сюда. Идемте. На сами крыше уже. Дружок, поскользнусь. Ой, дёблый. Так не сложно, но проблематично. Учись. Особенно там, где очка драйка є. И то не файно. Ох, охеренный видок. Так, опухочка. Закончится наш спуск, надеюсь, нас не будут ждать засада полицейских. Мы вылезли отсюда, думали, не спустимся. Как мы спускались, мы покажем, я покажу на своего друга, что будет интересно, то я обязательно скину ссылку, побачите там, как мы спускались, когда охрана там вроде побачили кого-то из чуваков. Ну ладно, что все кончилось хорошо, то и мы идем назад. Отлично. Мы сделали то, что хотели. Конечно, все было тяжело, но все того стоило. For tonight's a blood fire. Can you hear the noise out there? It's like a rave, we burn it down like blood fire.